Новые правила профилактики коронавирусной инфекции для прибывающих в Россию вступают в силу сегодня. Вместо обязательной 14-дневной самоизоляции можно обойтись тестом на COVID-19. Результатом должно быть не более 3 дней. Если их нет, то есть возможность получить анализы платно. Если тест окажется положительным или состояние здоровья ухудшится, прибывший из-за границы должен изолироваться по месту жительства или пребывания, исполнять указания врача. Изменения анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Затем опубликовали соответствующее постановление главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.